Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Пиксельмон. И только я, ребята, зашел, честное слово, я зашел, ну, только что. И вот уже шайни покемон. Вот то, что я просто сейчас смотрю на карту, это немного меня напрягает, что это за хрень такая. Почему она вот так как-то непонятно, что-то она там делает. Вот то, что, ребят, честное слово, я только зашел в игру, и вот уже шайни... Где он? Вот он, сейчас, секундочку. Честное слово, я только что зашел, ребята, и вот уже шайни покемон. Это действительно офигенно, только то, что у нас 6 ультраболов, не знаю, хватит ли. Но по идее должно хватить, так как это Magikarp. Magikarp, давай-ка ты без этого. Давай-ка ты просто залезь там в ультрабол и все. Пожалуйста, пожалуйста. Отлично, словили мы Magikarp. Причем еще шайни уже темнее. Что с картой? Что с картой твою? Вот, блин, так, ладно, что-то я не понимаю, что с картой творится. Может просто перезайти потом. Ладно. Так, что-то я хотел сказать, но уже забыл. Давайте сначала пойдем поспим. Пойдем поспим, где у нас кровать, пушка, вот тут. Поспим, давай быстренько. Отлично, все. Так, ребята. По поводу того, что я говорил, да, что... что вот это, как его... Ну вот у нас уже есть 3 победителя, да, которые угадали покемонов. Вот, вы можете прочитать, каких покемонов они угадали и кто угадал, да. То, что я как бы я говорил, да, ребята, что это будет не в не в... Это выросло вот так или это я посадил? Вроде я посадил, ладно. То, что я, ребята, говорил, то, что как бы не в каждой серии мы же будем выбирать вот этих победителей. Если мы в каждой серии будем выбирать победителей, то это... Как бы уже, если бы мы выбирали в каждой серии, то уже бы эта стена полностью бы, можно сказать, была бы заполнена. Поэтому, как я говорю, ребята, мы иногда выбираем победителей. В принципе, с этой серии нет, но потом посмотрим, ребята. Сейчас, секунду. Вот так. Чтобы просто тоже у нас не было вот слишком вот этих много... вот этих победителей, да, тоже, чтобы иногда были, иногда нет. Что я хотел? А, вот мы собирали, действительно, мы же вот это дерево собирали в предыдущей серии. А ну, давайте посмотрим, это вот такое, это вот... Нет. И это вот такое. Угу. А сейчас давайте вот так посмотрим. Может, в принципе, прикольное дерево, может, мы даже будем что-то с него делать. Хм, вот прикольное, честно. Ну, это как бы ель, да, обычная ель, но только еще немного темнее, мне кажется. В принципе, отлично. Где мы остановились? Где у нас? Вот оно. А какого у нас дерева еще нету? Ели у нас нету, да? Обычно, ну, как бы, это мы потом, если что, сделаем. Давайте пойдемте куда-то вот сюда, тут, где у нас вот эти... Да, нельзя телепортироваться. Я просто хотел координаты посмотреть. Где у нас вот эта пустыня? 1840, 940, допустим. 1840, 75, 940. Эх, ты. Главное, чтобы мы нормально куда-то приземлились. И главное, чтобы не залагало. Ну, мы уже тут же были, чё ты тогда тупишь? Я вообще не туда ты пехнулся. А чё я не так написал? А, минус. Да хреплющить. Что ты... А, капут. Так, ладно, давайте пока что отхилимся. Если мы сразу туда побежим, то это не очень будет. Дук, трио, Magikarp, Гулдин, Magikarp, брэм-бэм-бэм. Таурос, Арун. Сайтер, как... Сайтер? Так Сайтер же только в джунглях. Или там джунгли. Нет, какие нафиг это джунгли. Не, ну, в принципе, я понимаю, что это как бы новая версия, да, и тут они спанятся как бы по-другому, но фиг его знает. Сайтер, а ни хрена себе, он что, сейчас спанится вот так? Нет, не будем мы его ловить. Ух ты, как красиво, летающие такие остров... Летающие... Нет, не летающие, а летающий такой островок.
Еще Бульбасарчик, Бульбасарчик. Поздоровайся со своим. Да чё ты же прикалываешься так? Динамик Лайтс, где это все? Где-то покемон. Вот. Next. Вот так. Чё там? Вот. Тут пускай будет. Так. Вот, Бульбасарчик, давай иди и поздоровайся со своим там, не знаю кем. Братом старшим. Так, нет. Вот, реально так красиво, такой остров летающий. Еще на нем деревья такие. Действительно прикольно. Так, ну куда мы там хотели идти? Че это там? Это там обычные леса, да? Обычные леса, там у нас горы. Ладно. Минус. Вот, да. Да чё с картой-то? Чё с картой? Ребят, чё я нажал? Кто знает, скажите. Почему оно вот так как-то не очень понятно? Может, я действительно чё-то нажал? Хрен его знает. И не знаю, ребят, чё я нажал. Может, оно просто как-то автоматически так стало? Хрен его знает, ребят, честное слово. И я... Нет, не это. Бам-бам. Нет. Нет, не это. Хрен его знает, ребят, честное слово. Чё я вообще тут нажал? Или может просто потом перезайти? Ладно. Пускай будет так пока что. Ничего, не знаю, почему это вообще вот так. Давайте побежим в ту сторону. Я хочу словить одного покемона. Крокодильчика. Его бы действительно я бы хотел словить. Вот то, что я заметил, почему-то у меня небольшие лаги появились. Хрен его знает почему. Ух ты, залагала. Ух ты, залагала. Фиг его знает почему, ребят. Честное слово, вот эта хрень какая-то появилась. Было все нормально. Потом у меня вчера или позавчера, не помню. Просто комп нереально заглючил. Хрен его знает, как бы. Все нормально. И я что-то там перетаскиваю какую-то папку. Что-то хочу скопировать, да? И просто комп завис. Завис и все. И ни хрена не делает. Но не то, что завис, что просто-напросто ничего не показывает на экране, да? А зависла как бы панель снизу, там где пуск, вот там вообще ни хрена нельзя было делать, зависла. Ну как бы ничего нельзя было включать, ничего выключать, только экран как бы показывался, и вот та ресочка показывала, что там копируется, но как бы даже с одного места вот это все не сходило, а просто там копировалось, докопировалось. Так, сначала давайте посмотрим, Диглет, да ты, Диглет, нет, ребят, не хочу я рыться за Диглетом. И короче, копировалось оно что-то там, и пум, все. Ну как бы не пум, да, оно просто. Да ни хрена не проходило, я там уже ждал не знаю сколько времени. Потом просто-напросто включил комп, и у меня столько вирусов налетело, я не знаю почему. Может из-за того, что я там что-то копировал, и хрен его знает. Так, секунду, что за покемон? Фиро. Ух ты ж, ладно, давайте. Давайте, гонки начинаются! Чтобы словить вот этого Фирова, это сдуреть можно. Ребят, не говорите то, что убери Фирова, поставь команду вот Пиджи, тем более он у тебя шайни. Ребят, я знаю, что он шайни, но, как и говорил, в каждой команде у нас будет по одному летающему покемону. В этой команде у нас будет Фиров, а во второй команде у нас будет Пиджи и шайни. Какая разница сейчас брать Пиджи и шайни, на нем летать и прокачивать, и ставить его в эту команду? Или Фирова вот сейчас прокачать, а потом в следующей команде взять шайни и Пиджи. Тоже как-то. Так, а, точно, мы же летать можем, что-то я. И, короче, потом включаю комп, и хрень у меня, короче, какая-то началась, что... Так, нет, назад разворачиваемся. У меня просто-напросто браузер автоматически запускался, то есть как только компьютер включался, у меня запускался браузер, заходил на какой-то там сайт. Хрен его знает, я уже все поудалял, повосстанавливал. Я даже восстановление системы назад убрал. И то, что у меня хрень была такая, что... Как бы мышка, да, курсор мышки, но с тем курсором рядом было, как это можно сказать, еще один такой значок загрузки, да, кружочек, который крутится, когда иногда загружается что-то.
А вот тогда как бы ничего этого не было, просто-напросто вот это крутилось. Как бы сразу комп включался, и оно сразу вот это залагало. Все. И в принципе оно даже не проходило, хоть и там обновлял, выключал, перезагружал комп, это все так было, и в принципе ни хрена не, ну как бы вот это было и все. Потом я сделал восстановление, и вроде вот тот курсор пропал, который грузился, грузился и ни хрена не пропадало. Но вот тот конченый сайт все-таки остался, как бы никак я его не мог убрать, чтобы автоматически браузер не включался и чтобы он не заходил на тот сайт. Так, это что за покемон? О, я хочу, Шинкс, Шинкс, как бы тебя словить? Вот эфир у жирный. Во, отлично. И потом, хотя бы наконец-то нашел в интернете, как избавиться от этого сайта, так как многие там пишут, что вот что-то он там делают, просто-напросто добавился вот этот сайт в автоматические загрузки. Но это как бы не сайт был, да, это вирус, можно и так было сказать. Пока я там реестры вот эти все нашел, пока я вот эти реестры все почистил, ну, хотя бы уже нету вот той хрени. Ну и так, там, да что ты такой... Куча там действительно просто всяких вирусов набежала, я потом еще комп чистил. Ни хрена себе! Давай лампент. И его еще потом... Ты чё, охренел, что ли? Ты с одного удара... Слушай, ты... Кто ты там, Люксио? Охренеть! Я понимаю, что ты босс, я, конечно, все понимаю. Но то, что это ты уже просто наглый какой-то босс. Ладно. И давай вот сейчас. Ну, чё ты сейчас делаешь? Чё ты? Ладно, извиняюсь, Люкс, извиняюсь. Я не хотел ничего тебе сказать. Извиняюсь. Охренеть, ты чё-то нереально какой-то сильный, блин. Да дай мне хотя бы ударить тебя, зараза! Наконец-то! Охренеть, Люксио. Хорошо, что я его словил. Реально сильный. Ух, зато с тебя ни хреново так шмоток выпало. Ни хреновенько. Так, ты Люксио, Люксио, конечно. Фу, так, сейчас, давайте покушаем. Это все вот сюда. Давайте фиро. Полетели, полетели, полетели. Да, давайте вспомним. О, нет. Еще Шани. Ребята, сейчас, секунду, кто там? Это что, деревня? А чё ее на карте не видно? А, ну, в принципе, видно, но не совсем видно. Да давай, иглибаф, где ты, зараза, в земле. Роем, это же не Диглет, это же не какой-то там, ну как бы, не какой-то там Арон Диглет. Ну, в принципе, то, что они уже у нас есть, нет смысла даже за ними было бы рыться. Где ты? Вот. Нет, не ты. Уйди. Где ты? Вот, Шайни. Так, надеюсь, мы его словим. Не очень так много у нас есть покеболов. Надеюсь. Два Шайни, пожалуйста, словись, не будь тварюгой, не будь бездушной какой-то там скотиночкой маленькой, Шайни, маленькая Шайни-скотиночка. Нет, ребята, все-таки мы ее словили. Офигеть, опять два Шайни за одну серию, ребята. Офигеть. Так, ладно, там я вижу покемон-босс есть, но если мы уже в шахте, да, то почему же не пойти пониже и хотя бы попытаться найти фосил? Как шахта непонятная. Так, вот. Вот. Ну, как бы тут есть, да, гравий? Куча даже. Куча гравия, но... Так, нет, вот сюда какая высота? 20-я. Так, о. Чё тут?
Чё тут, как дела, Гравий? Нет, нифига там нету. Ладно. Так мы пройдем. И вот тут. Эх, да ты ж. Дай, вот так. Все. Ой, нифига там нету. Темнота. Нужно с факелами ходить. Так, там нифига нету. Давайте сюда пробежимся. О, мне тут тоже нифига. О, тут может. Тихонько вот сюда. Нет, тут, в принципе, тоже нифига нету. Тоже нифига нету. Давайте вот сюда. Так. Нет, нифига. Что-то вообще реально нифига. Вот так. Эти шейдеры ни хрена не видно в шахте. Я бы, конечно, это все выкопал, но нету смысла. Уголь. Охренеть, сколько тут гравия. Реально, охренеть. У меня уже лопата у нас, ребята, сломалась. Вы таких железах. Таких залежей гравия нету ни одного фосила. Я все понимаю, но. Жлоб. Жлоб гравий. Вот ты жлоб. Ладно, гравий. И я шучу. Не надо над гравием прикалываться, а то действительно потом еще никогда в нем не найдем фосил. Это что тут? Тут ничего. Да, в принципе, тут тоже больше ничего нету. То есть мы можем уже отсюда. О! Тут еще есть. Кого? Кто там? О! Тебя бы было офигенно. Хотя бы не словить, а просто убить. И охренеть, сколько тут гравия, ребята. Давайте так. Быстро. Быстро. Так, ну действительно так намного быстрее. Так, ну нет, нифига там нету. Ну ладно. О, зато вот так. Нет, тоже нифига нету. Ну чё, ладно. Кучу факелов мы тут наставили. И там тоже нифига нету. Да и тут нифига нет. Ладно, выбираемся мы отсюда. Давайте. 1700, 1140. Такая, 1700, 75, минус 1140. Я надеюсь, нет. Хотя, в принципе, ладно. И тут нормально. 1440, а не 140. Ладно, лучше, я так думаю, давайте пойдем домой. А что там выпало с него? Редстоун и айрон. Что с него выпало? Вот, алюминиум. Ух, ни хрена. А с кого это выпало? Не помню. Не помню, с кого это выпало. Ну ладно. Домой. Поспим. Так, секунду. Там же деревня была. Вот я забыл про нее. Голбат. Нет, не буду я рыться. Не буду я рыться. Рыться. Давайте идем поспим и посчитаем, сколько у нас есть шайни покемонов. Сейчас действительно просто куча шайни вот этих. Сейчас мы посмотрим. Так, вот у нас Арон, да. Одиш 2, Пиджей 3, Экканс 4, Граймер 5, Диглет 6, Иви 7, как это, Меджикарп 8 и Иглибаф 9. Охренеть! Куча, действительно куча вот этих уже покемонов у нас шайни. Вот то, что я вспомнил, ребята, действительно, если мы сейчас будем идти опять на охоту, нам пригодится
Сейчас, я надеюсь, у нас там есть априконы. Априконы. Не априконы. Априконы. Сейчас я вспомню. Вот тут они, да? Да. 41. Если тут 41. И... Нет, давайте-ка... 21, 42, да? 21, нам нужно тут 42. Так, ладно. Тут у нас куча вот этих шапочек, пипапочек. И там и сейчас вот сюда. Вот сюда. Та-та. Сюда чё? Сюда вот это всё. Это... Сюда вот это. Хлам. Где у нас хлам? Вот у нас хлам. Это тоже вот сюда. Отлично. Так, что я хотел? Вот что я хотел. Вот. Отлично. Сейчас, в принципе, ребята, нам нужно сделать себе кучу ультраболов. У нас же, сейчас, секунду. Да, у нас есть алмазный... А это что тут забыло? Вы что тут забыли? Вот так. И вот так. Отлично, ребята. В принципе, я так думаю, давайте уже на этом закончим. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.